Сейчас я у них спрошу сначала, что это все может сделать. Что, снимаем? Да. Привет, YouTube, пора покушать. Я говорю, смотри, вот что у нас на столе, пора покушать, но сначала приготовить же надо. Как ты считаешь, что из этого всего можно сделать? Колбаса докторская, огурец, редис, помидор. Ой, какой помидор это? Как оно называется? Яйцо это. Яйцо. Картошка и зеленуха. И арбуз. И арбуз. Что из этого всего можно сделать? Поставь на паузу и напиши, пока не посмотрел спойлеры. Поставил на паузу, написал, что можно из этого всего изготовить. Окрошку сибирскую. Я вот не знаю, кто шарит, может. Ты не знаешь, американцы едят окрошку. Вот, по сути, это салат с квасом. И прикол, смотри. Это лайтовая тема, в общем. Очень лайтовая. Вот калорийность со сметаной одна калорийность. А если туда добавить нахрен майонеза, то до 350 килокалорий вырастает калорийность этого продукта. Такие дела. Смотри, вот какой злодей майонез. Ну, со с ним. Все вкусно, падла. Майонез козел, короче. Так же, как это. Фастфуд. Окрошку мы будем делать. Сибирскую. Любовь Геннадьевна нам с тобой будет вкусные вещи готовить сейчас. Я буду снимать, она будет вещать. Пойдем готовить. Я перехватил камеру, вырвал, можно сказать, выхватил из рук. И начинаем. Обязательно в перчатках, потому что у нас очень опасные продукты питания. Только в перчатках сибирские продукты можно в руки брать. Привет, друзья! Почему в перчатках? Потому что в огороде я люблю рыться голыми руками. Серьезно? А на кухне поэтому в перчатках. Декламируй, что слушаешь, все, что делаешь. Тут вроде сверхъестественного ничего нет. Обычная простая окрошка. Да не простая, а сибирская. Что ты собираешь-то? Сибирская окрошка. С арбузом. О, хочешь арбуз? Слюни потекли. Лайк ставь, если слюни потекли. Очень вкусный и очень дорогой арбуз. Можно пойти попробовать немножко арбуза добавить в окрошку. А чё бы и нет? А чё нет-то? Да почему нет-то вообще? Окрошка это и так. Для американца это будет, блин, охренеть. Скажешь, что вы делаете? Вы что, это едите, что ли? Мы берем, делаем салат, по сути, и туда льем, блин. Даже на воде, кстати, есть, я не знал до сего дня. На пиве, на квасе и на прочем, это понятно. На кефире, ну, понятно, но... Чтобы много не сделать, мы взяли две тарелочки. Мне, Любовь Геннадьевне. А им-то забыли тарелку. Ё-моё. А, ну я тебе никак не передам, видишь, тебе до Сибири далеко ехать тут, лететь. Мой любимый продукт – яйцо. Волшебный продукт. Прикинь, слюни побежали сразу, ё-моё. Максу лайк поставь за то, что он штативом работает, у меня рука уже, блин, болит. А Любовь Геннадьевна за то, что она творит едьбу нам с тобой, которая не то, что едабельна, а весьма-весьма себе. Так вот крупно тебе яйцо. Покажу. Ты же есть. Еще дорезать или хватит? Куда это? Ну, смотри, хз. Ну, блин, это. Это вам не это, короче. Углеводы, блин. Картошка это углеводы. Тени, падла. Тени нам все портят все время. Мы на естественном свете сегодня снимаем. Без саундбоксов. У нас их и нету, как бы. Зелени много, видишь как? Укропчик и лук зеленый. Люк. Лук сила. Без лука цинги бы мы все тут переветывались нафиг. Ешь лук, чтобы зубья не вываливались. Лишнее сразу убираем. Огурчик мы нарежем. А я хочу редиску нарезанную, не натертую. Угу. А я хочу натертую. Я вот не люблю натертую редиску, как каша какая-то. Я люблю все кусками. Особенно мясо. Мясо кусками люблю. Прям куски, чтобы в рот не влазило, блин. Ну, огурец российский, сибирский такой, зеленый. Прикинь, зеленый огурец. Где ты еще зеленый огурец вообще видел? А вот это редис. Почти репа и редька. Но чуть-чуть другая. Ну, брат. Вот так все выглядит у нас. У нас квас. Как помнишь, ты говорит, квас-то допил. Сам ты, говорит, квас допил. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Мы не квас допил, мы допьем и доедим все. Мы покушаем окрошку, а потом на десерт арбуз. Гарбуза. По-украински гарбуз это тыква, по-моему. А по-сибирски арбуз это арбуз. А пробовать в окрошку не будем, а арбуз? Не знаю, можем испортить, что нет-то. Возьмем да испортим. Ты как считаешь, можно арбуз положить в окрошку? Я вот что-то это...
Я Славик очкую, если честно, что-то. Вот не чуть-чуть, если отделить куда-нибудь. Ну да, если это. Ну, кулинарные эксперименты уже есть, как бы этот плейлист на канале, наверное, уже есть. Можно это поэкспериментировать. О, видал это? Пайки, не слабенькие такие паюшки. Но оно лайтовая тема, как бы, по сути, салат. Если туда майонез не ложишь, вообще, блин, это вообще изи прям. Но со сметаной, вообще обычно с сметаной делается все это дело. Так же, как в борщ, обязательно категорически сметану надо ложить. Класть или ложить. Как правильно, класть или ложить, я хз. Но дело в том, что с майонезом тоже неплохо. Ну, это уже другой борщ совсем, и другая история совсем. Так, резать-то я долго буду. Редиску. Но мы ускорим потом. Хватит? Да, достаточно. Вещи недолго при ускоренной съемке. Надо еще аккуратненько, чтобы перчатка туда не попала в окрошку. Ну и палец. С пальцами окрошка такое себе, как бы. Окрошка с резиновыми перчатками. Звучит интересно, интригующе. Интересно по вкусовым своим качествам, что оно будет себе представлять. Давай скорее самое главное, колбасу. Колбасы можно не жалеть. Че ее жалеть, она докторская. В принципе, логично. О, интересно, если замутить окрошку с ветчиной, не с колбасой. Смотри, самое интересное, мясо режется. Ну, я сомневаюсь, конечно, что здесь мясо присутствует. Не знаю, блин, есть ли в современной колбасе за рублей 200-300, сколько она стоит, там, колбаса это содержит мясо в себе или нет. Я здесь текстуру одну почувствовал, когда пробовал. Текстура это как черешки такие в колбасных цехах. Аргон, супра, текстура идет колбасу. Вместо жира там свиные шкуры на кутрах перемалываются. Я просто работал с колбасом, я знаю, шарю в теме. Знаю, о чем говорю. Но что такое текстура, я не знаю, но по вкусу она и по запаху как колбаса вот такая, и по цвету вот такая же самая. Их вымачивают в воде, эти кириешки, как сухарики такие, и это как базовая основа такая колбасы становится. А супра и аргон это белок и что-то еще там, кстати. Ну вообще там идет и сухое молоко, соль, понятно, сахар, по-моему, не, сахар не помню, по-моему, нет. Что-то у меня тарелка маленькая. Запросы великие просто, по-моему. Вот такие пайки у нас тут. Ну тут это, конечно, это 46 килокалорий в окрошке, это, конечно, в 100 граммах, а здесь я хз, сколько граммов, если честно. Так, с солью, не знаю, такой, это хрен моржовый, видишь? Хрен моржовый. Уже готовый, натертый. Моржовый хрен надо добавлять в окрошку сибирскую. Вот самая фишка, почему окрошка сибирская называется, потому что с хреном моржовым. Горчица самодельная. Понюхай. Не, понюхал, да понюхал. Может это не такая злая. Ну, но мне побольше. Мне побольше. Поэтому не такая уже злая. Мне побольше прямо этого горчицы. Чтоб, блин, прям как кусанул, так кусанул. Ладно. Баночку ополоснем квасом. Квас допил, добавляем. Квас такой хороший попался. Прям это, он по цвету. Из бочки разливной. Классный. Сейчас пен повалит. Вся твоя горчица. Но дело в том, что ты видел, я в халате сижу, там холодно на улице, так бы мы пошли на улицу поели, наверное. Ну там, прикинь, какие аномалии. Вчера под 40 было, там 36 тени было у нас, а сегодня 12 градусов всего на улице. Это фиг знает, Сибирь одним словом. Не зря в Сибири ссылали, провинившийся раньше, блин. У нас сметан есть 15%. Соль возьмем маленько? Чуть-чуть надо, капельку. Потому что колбаса соленая. Ну а больше там соленого у нас ничего нету, так что можно подсолить. Я знаю этих чудиков, которые, по-моему, помидоры с сахаром едят, а арбузы с солью. Вот такая сметанище. Ты будешь со сметаной, да? Я со сметаной. Угу. Нормально ложи, пару ложек. О. 2 ложки с горой. Да. Все равно это меньше будет по калориям, чем с майонезом. Но майонез, блин, это тема, конечно. Ох, видос здоровый получится. Опять я 2 суток заливать буду. А я буду с майонезом. Ну, 1 большую ложку. Жир, видал? Мажористо все. Так, ну у меня квас-то лить некуда. Так что...
Так, ну сейчас мы завершим и сядем с тобой уже пробовать тогда. Беру я тарелку покрупнее. У Любовь Геннадьевна лохань целая. Называла бы слова своими именами. Лохань, из лохани будем взяла есть. Взяла какую-то мелкую. Прикинь, дозы какие в Сибири немеренные. А у меня зелень где в чашке? Есть, не волнуйся. Вон она. Наливаем квас. Давай, наливай квас. Не наливай, а то уйду. Хорош? Хорош. Не уходи без тебя, лучше было. Лайф, короче, наверное, это лайф формат будет. Я, может быть, вырезать даже ничего не буду, посмотрим. Вроде все. Приятного аппетита. Так, ну подожди, приятного аппетита. Я еще не сел за стол. А, подожди, надо размешать. Уже едальный аппарат просит что-нибудь в него положить, блин. Вот она, крошка сибирская. Все, пришел час. Вот это лохань Любовь Геннадьевны. Ну, тут, наверное, с килограмм где-то продукты. И это моя лохань вот такая. Всем, кто кушает приятного аппетита, пробуй окрошку сибирскую. Нифига, колбасу не обрезала. Подарки. Где больше колбасы вкуснее? Мы поедим, а потом мы будем вот это еще употреблять. Ну все, вот такой рецепт от Любовь Геннадьевны. Любовь Геннадьевна. Все-таки решили трэш окрошку еще попробовать сделать. Пока есть. Что у меня там такое? Пока есть горбуз и окрошка, мы, наверное, попробуем сделать. Попробуем попробовать, короче. Ой, хрустящая какая стала. Вот такая окрошенция стала с арбузом. Кухня – это кулинарная лаборатория, поэтому не рождаются новые блюда сами по себе. Их надо пробовать создавать. Давай попробуем. Хуже не будет точно. Ну как? Прикольно. Вообще тема. Он сладость дает, а я сладкое с соленым люблю сочетание. И несколько раз свежее вкус стал. Попробуй. Если мне не веришь, сейчас Любовь Геннадьевна заточит. Нормально. Просто многие могут не понять. Ну что? Необычно. И вкусно. Арбуз свежесть придает. Сластинку, но у нас квас и так со сладостью. Ничего не портит это однозначно, но делает окрошку свежее. Вполне себе. Экспериментируй, не бойся кухню, не бойся сочетания продуктов. Кухня еще не вся изучена, еще не все рецепты придуманы. Возможно, именно ты придумаешь новый рецепт, который тебя прославит. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и своих близких. Здоровья всем. Мы будем перекусывать, с твоего позволения. Уже пора обоим. Я пока ем, Любовь Геннадьевна не ест. По-другому не может быть. Ну, до новых встреч. Пока.